Это «Лайф», и мы продолжаем. Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Сочи во всем признался. Он рассказал, что сначала хотел познакомиться с девочкой, а на преступление решился после того, как она ему грубо ответила. Тогда мужчина решил изнасиловать и убить ребенка. Свою вину он полностью признал. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Его задержали в Ростове-на-Дону, куда он бежал от полиции. Мужчина напал на школьницу на железнодорожной станции. Там она ждала брата после дискотеки в летнем лагере, который на несколько минут решил спуститься к морю. Этого времени оказалось достаточно, чтобы преступник убил девочку.